Crash Zoom. Переведено и озвучено командой CyberCat Studio. А, это скучно. Почему мы чистим эту старую грязную часовую башню? Ну, потому что это достопримечательность викторианской эпохи. Как и я, но ты никогда не мыла меня. Фе! И потому что это часть наших общественных работ. После того, как Бен снял фильм о похищении королевы инопланетянами... Это же был просто фильм! С настоящей королевой в главной роли? О, нет! Название «Похитители королевы» гораздо лучше «Королевы Венеры». О, скоро закончим! Мы уже здесь целую вечность! Мы здесь 6 минут! Откуда ты знаешь, Люси? Потому что мы в гигантских часах. У-у-у! Она сказала о часах. Эй, а что делает этот рычаг? Постойте, если я переведу время на нерабочее время, то мы сможем пойти домой в это же время. Звучит глупо. Давай сделаем. Ребят, можете помочь? Привет, маленькие котопусики. Почему вы такие толстенькие? И ты делаешь все неправильно. Вот так надо. Нет, вот так! Нет, вот так! О, нет, я опаздываю на работу! Нет, стоп, я рано опаздываю! Рано, поздно, рано, поздно! О, мои сердца! Время смерти 3 часа дня. Нет, 1 час, 7 часов, 4:20, 69, вчера, завтра... мое сердце! Бен! Кейт! Спустите меня! Повиси минутку! Я и так вишу на минутке! О-оу! О-оу! Ну? И что нам теперь делать? Я позову на помощь! Громоотвод! Не знаю, кто это, но он точно знает, что делать! Ребят, мне кажется, мы только что... Попали во время направления динозавров? Да, как ты догадалась? Небольшое чувство. Не волнуйся, у меня есть план. Уи! Помоги мне, отвод! Это ус немногие ус лучше ус. Рорикус. Так. Нет! Нетушки! Увы! Ха! Выглядит нормально! Это конец света! Вот так незадача! Время вышло! Это же ты! Совершенно незнакомый человек. Наверное, это громоотвод. Я отец время. А. И вы серьезно испортили мои временные линии. Прости, временной папочка. Нет, не называйте меня так. Вы все возвращайтесь в свои времена. А теперь разберемся с вами. Ты у нас заберешь свободное время? Нет, я вас просто убью. Оу-оу! Вот так. Никаких следов. Время уходить. Ха, время. Неплохо. Надо записать. Ребят? Ребят? Я не слышала, что произошло. Кто-то сморозил плохой каламбур? О-оу. Стоп. Есть еще время. Могила неизвестной женщины! Ха, хреново быть ею. Пошли, нам надо помыть часовую башню. Здесь покоится неизвестная женщина. Разбилась насмерть. Постскриптум. Ее шапка была нелепой. О, нет, тошно! Надеюсь, я не опоздаю за него на работу. 6 минут спустя.
Потому что мы в гигантских часах. Она сказала часах. Эй, а что делает этот рычаг? Не трогай этот рычаг. Не тяни за этот рычаг. Ладно, я потяну за этот. Роли озвучили Мяурик, Эбиди, Рута, Малевич, Ван Розенберг, Абсентия и Зося. Работа со звуком Градис, перевод Смешман. Всем огромное спасибо за просмотр.